спонсор прогноза погоды «Капли Акумитил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акумитил. Здоровье и сияние ваших глаз. Во вторник в Самарской области пасмурно. Местами пройдет небольшой дождь. Дневная температура 12-16 тепла. Ночью плюс 9, плюс 11 градусов. Ветер восточный, юго-восточный. Скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо. Днем плюс 14, ночью плюс 11 градусов. Юго-восточный ветер. Скорость 4 метра в секунду. В Тольятти тучи, но без осадков, днем плюс 15, ночью плюс 11 градусов, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Самаре пасмурно, плюс 14 градусов в дневное время, ночью плюс 10, ветер юго-восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 53%, геомагнитное поле возмущенное, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.